В рамках второй международной научной конференции «Наука будущего» за завтраком в отеле «Хаял» прошла встреча мегагрантников с руководителями фондов. Конференция началась со вступительных слов Андрея Фурсенко, помощника президента Российской Федерации. Представители фондов рассказали о своих программах и поддержке молодежи. Как выяснилось, для молодых потенциальных ученых существует программа «Мой первый грант». Каждый год поступает до 7 тысяч заявок, из которых треть фонд пытается поддержать. Помимо этого, существуют гранты и для студентов других областей, а также для докторов, опытных ученых. Во время встречи мегагрантники смогли задать волнующие их вопросы каждому руководителю фонда в уютной обстановке. Кстати, на встрече было сказано, что почти четверть участников программы – молодые студенты, аспиранты и кандидаты наук. А значит, что кадровый состав мегагрантников претерпевает серьезное омоложение. Напомним, что конференция «Наука будущего» продлится до 23 сентября. Диана Интимирова, Руслан Уразаев, Универньюз.